В четверг в Шуе произошло ЧП. Из окна четвертого этажа педиатрического отделения Шуйской ЦРБ выпала девочка 2013 года рождения. От полученных травм малышка скончалась на месте. В момент, когда произошла трагедия, в палате с ребенком находилась его бабушка, которая после трагических событий была помещена в психиатрический стационар. Следственным отделом по городу Шуя, Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение смерти по неосторожности». В рамках уголовного дела назначены ряд судебных экспертиз, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Предварительное следствие продолжается.